сейчас вы увидите самое претенциозное, самое нахальное, самое откровенное и скандальное сооружение, если его можно так назвать, которое есть в Милане. И вашему вниманию памятник под названием «Любовь» или же «Love». Да, потому что именно таким или такой представляет любовь венецианский скульптор, который жил, живет и творит в Нью-Йорке, Маурицио Кателлан, который построил его когда-то в знак, ну, как он описывает сам, в знак всех человеческих ошибок и путь решения проблем, точнее, куда идти, зачем и что делать. И изначально этот памятник был поставлен здесь, напротив биржи, вот там напротив здания, это Миланская фондовая биржа, чтобы вы понимали. Был он здесь поставлен всего на 2 дня. И были все уверены, что он простоит здесь как акт манифеста, и потом его быстренько снесут чопорные миланцы. Но не тут-то было. Людям он очень понравился, и многие находят в нем вдохновение. И что немаловажно, если вы обратите внимание, на остальные пальцы руки отрезаны. И это неспроста. Так художник охарактеризовал то, что нельзя просто открыть ладонь и убрать проблему. Если она есть, то путь, по которому ее решить, только в одном направлении. Прямо и наверх.